Hello, everybody. Всем здравствуйте. So, Mike, you ready to do the mandala offering for us? Майк, ты готов сделать для нас подношение мандалы? Yeah, let me get the mandala pulled up. Да. Я еще пока не выучил, да, я найду ее. All right. Хорошо. Ready? Я готов? Go for it. Давай. Tashi, Puki, Chukshin, Maitok, Cham, Rirab, Lingshi, Ninde, Gimpadi, Sangye, Shindu, Mikte, Uwargi, Jokun Namdak Shingla Chupar Shok Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Right, and let me. Хорошо. The more musical version for you. Я сделаю более музыкальную версию для вас. Jokshing Maitok Trum Rirab Lingshi Ninde Gimpadi Sangye Shindu Mikte Ovargi Drokun Namdak Shingla Chupar Shok Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayame. We'll do the refuge in Tibetan for И мы сделаем прибежище на тибетском. Zoki Chokdama Chanchu Bardu Dakni Kyatsuchi Daki Jinyan Kipe Sunam Ki Trola Pincher Sangye Drupar Sho Sangye Churang Zoki Chognama Chanchu Bardu Dakni Kyatsup Chi Daki Jinso Kipe Sunam Ki Trola Pincher Sangye Drupar Sho Sangye Churang Zoki Chognama Chanchu Bardu Dakni Kyatsupchi Daki Jinyan Kipe Sunam Ki Drola Pincher Sangye Drupar Sho. Okay. So we've been talking a lot about bodhicitta. Мы много говорили про бодхичитту, что это такое. И теперь вопрос, который стоит перед нами, как мы можем развить бодхичитту. Но чтобы развить бодхичитту, есть несколько методов. Один мы сделаем сегодня, а один во время медитации смерти. Светлана собирает список тех, кто хочет присоединиться к медитации смерти. Если вам интересно, она будет в конце этого месяца, может быть, в начале сентября. Может быть, я преподам за одни выходные это учение. Может быть, мы затронем пятницу. Вечер. Пятница вечер будет урок, и три урока в субботу, и два в воскресенье. Возможно, будет так. Я постараюсь составить расписание так, чтобы вам всем было удобно. Я думаю, мы будем принимать во внимание московское время и
центральной Европе. Но я извиняюсь перед студентами в Мексике. Пожалуйста, напишите Светлане, если вы хотите, и примите решение, пожалуйста, до вторника на следующей неделе, чтобы я мог как-то время сорганизовать, подумать. Я думаю, вы получите удовольствие от нее. И она была очень важной в отношении моей болезни. Итак, как мы можем развить бодхичитту? Лорд Будда преподал два метода. Первый метод называется обмен себя на других. И это достаточно сложно. Эта медитация была преподана Шантидевой, мастером Шантидевой. То есть вы помещаете перед собой другое существо и стараетесь стать на его место. Мы стараемся избавиться от эгоизма и подумать, как мы можем сделать счастливыми других людей. Когда я говорю, посмотри внутрь моего ума, я смотрю в твои глаза, что я имею в виду? Я начинаю думать, когда обмениваю себя на других, а какое у них может быть мнение относительно меня, когда они смотрят, когда я смотрю на себя их глазами? Возможно, у них какое-то другое мнение, отношение ко мне. Это обмен себя на других, и мы делаем это в очень интересной медитации. Медитации смерти мы занимаемся этим. Мы знаем действительно, что необходимо другому человеку, какие у него... Мы можем понять, что нужно другому человеку только когда у нас есть всеведение. До этого мы не можем полностью понимать этого. И в этом есть смысл обмена себя на других. Желание сделать это, обменять себя на других, желание обменять себя на других — это ваше желание быть способными служить другим, понять желания других. И это раскроется семенем вашей способности сделать это в будущем. Это не значит, что вы исчезнете, мы не говорим об этом, или что у вас не будет ваших чувств или мыслей. Мы говорим о том, что когда вы думаете об обмене себя на других, вы просто стараетесь понять, что за мыслительный процесс у другого человека, и для того, чтобы помочь им. И это может помочь вам. Для меня... Я не особо интересуюсь президентом Трампом, он меня пугает, и то, что он делал со страной, но если бы я сделал обмен себя на него, я бы постарался увидеть это, как он гениально мыслит, что он действительно думает, что он, почему он делает такие поступки, почему он провалился на выборах, обо всем этом. Я бы не просто его судила, а я бы стала думать, что бы мне нужно было сделать, чтобы изменить его ум. Это же моя проекция, это мои прошлые жизни. Я сделала что-то в прошлом, что я вижу Дональда Трампа. Что мне нужно сделать, чтобы теперь изменить это? Это часть обмена себя на других. Это непросто. И это не для начинающих, это не очень приятно, возможно быть, даже пугающе, может быть. Надо быть осторожными. Поэтому Геша Майкл вначале не преподавал это. Он преподавал системе шагов, причинно-следственных шагов, как развить бодхичитту. На самом деле там 8 частей, но мы говорим 7 и подготовительный шаг. И мы пройдем по ним несколько раз, и у нас будет медитация. Я хочу сделать медитацию в следующий вторник. Называется 7 причинно-следственных шагов. На самом деле там 8 частей. Первое. Равностность. Равностное отношение.
мы без предвзятости одинаково относимся к всем живым существам. Мы обычно кому-то хорошо относимся лучше, кто-то нам не нравится, кому-то мы нейтрально относимся. Мы стараемся относиться ко всем существам одинаково, живым существам. Мы стараемся поддерживать такое нейтральное отношение ко всем и мнение. Иногда я не хочу кому-то помогать, но я стараюсь поменять свое отношение, как, например, президент Трамп, но я стараюсь видеть его как страдающим существом. И я понимаю, что он нуждается в помощи. И я хочу помочь ему прекратить это. С бесконечных времен у нас было вот это отношение неравностное. И это очень тяжело принять. Я все еще с этим сам борюсь. Следующий шаг. Итак, первый шаг мы развиваем. Первый нулевой пункт — это равностность. Теперь первый шаг — это видеть всех живых существ, в каждых существах видеть вашу мать. У нас есть одна мать в этой жизни, но если мы приняли то, что наш ум существует бесконечных времен, у нас было много прошлых жизней, то почему мы не можем видеть всех живых существ нашими матерями в прошлом? У нас было бесчисленное количество матерей. Мне было сложно увидеть это всех живых существ как матерью своей. Это противоречиво, вроде бы, казалось бы, потому что это подразумевает, что мне нужно относиться к этим людям как к своей матери. Что это значит? Однажды, когда я и моя жена решили вместе заниматься буддийской практикой, мы узнали, что в Тусум приедет 14-й Далай-Лама. Это было удивительно. Мы не могли в это поверить. И поэтому там был университетский кампус, и мы сделали курс, чтобы подготовиться к его визиту. И часть этого курса, который мы делали, это была вот эта подготовка, вот это учение про 7 причинно-следственных шагов. У нас было 10 студентов, и один из них был очень хорошим другом. И когда учитель упомянул, что вам нужно всех живых существ видеть как вашу мать, был один студент, он был такой, в возбужденном состоянии, он практически был готов покинуть урок, потому что мать к нему относилась жестоко. И он не хотел видеть ее как священное существо, и он не любил свою мать. И я получил в этот момент интересную реализацию, очень глубокую реализацию, осознание. Моя мама, мои родители. Так, как мне это вам сказать? Я хочу видеть всех живых существ как мою мать. Хочу? Да. Наша мать давала нам сильную любовь. Или, возможно, нет. Мои родители были академиками. Они дали хорошее образование, и очень много от нас ожидали, чтобы мы хорошо все время учились, поступали. У них были очень большие ожидания. С другой стороны, родители моей любимой жены, они праздновали всегда, когда она получала хорошие оценки. А мои родители говорили, это то, что мы от тебя ожидали.
Они, мои родители любили меня как бы другим образом, чем родители моей жены. Не надо отвергать любовь ваших родителей и вашего родителя. Поставьте себя на их место. И подумайте, а что, возможно, происходит? Как бы вы поступили на их месте? Есть еще вариант, как можно к этому относиться. Я отношусь так. Я вижу моих родителей как моих учителей. Они научили меня, как вести себя, как относиться к другим, как есть правильно, как одеваться, как быть ответственным в отношении к другим людям, как водить. Все вот эти небольшие вещи, которые мы принимаем как должное, не научили меня. Нас было вообще 5 детей в семье. И они вырастили 5 ответственных жителей, граждан США. И у нас есть хорошие работы. Мы хорошие люди. Они вырастили нас. Поэтому то, как относилась ко мне мама, это помогает мне видеть всех как своего учителя. Геша Майкл — особенный учитель, он находится на особом уровне, конечно. Но я всегда говорю о том, что я всегда есть, чему я мог бы научиться от других людей. Возможно, я не всегда это делаю, но я хочу видеть других вот таким вот образом. Людей в моей жизни, как людей, которые учат меня, учителей. Я вас тоже побуждаю так смотреть на других людей. Чему учит вас этот человек? Может быть, вот этот человек, который ведет машину и болтает по телефону, или в магазине. Чему учит вас человек? Может быть, вот человек на кассе, чему он вас учит в магазине? Может быть, она говорит: «Привет, как сегодня поживаешь?» И она проверяет ваши покупки. Она могла же вообще молча вас обслужить. Она интересуется, чему она учит меня. Она учит меня быть вежливыми, приятными с другими людьми в этот момент. Она интересуется, счастлив ли другой человек. И вы можете учиться, интересоваться, как поживают, чувствуют себя другие люди в жизни. Смотрите на других людей, видите их своими матерями. Помните об их доброте. Один из наших друзей была проблема с этим. Она была одинокая мама, и она испытала гнев и отрицание в семье. Возможно, не было насилия, но не было доброты. Ну, признайте то, что она сделала пожертвовала собой, чтобы дать вам жизнь. Моя сестра родилась, когда было 48, моей старшей сестре. Моей мамы 5 детей было. Я даже не могу просто начать даже думать, каково это быть беременной столько раз, 6 лет быть беременной. Я был рожден в 1953 году, в мае, 9 месяцев, и затем в сентябре родилась сестра моя. О, Боже, в март 52-го моя мама и моя сестра в марте 52-го. Она забеременела в сентябре 52-го. И я вообще не могу это воспринять, вот это все, как она это все прошла. Я помню о ее доброте. Помните о доброте? Она меня выносила, и пришлось меня выносить, и 3 моих сестер, и еще 1 ребенка.
Она не пила алкоголь. Ей приходилось думать о том, что она ест, с тем, что она делает. И у нее было три маленьких дочки, по которым ей нужно было уже присматривать, когда на меня родила еще кот и собака. Я преклоняюсь перед всеми матерями, то, что невероятно, через что они проходят. Просто помните о доброте, которую, даже если они не выражали вам свою любовь, это доброта, которую они вынашивали вас столько месяцев и проходили через эти неприятные месяца, физические какие-то вещи неприятные, и вес, который им пришлось набрать. Мне 63, и у меня уже не будет ребенка. Следующий шаг. Первый шаг — видеть всех существ как вашей матерью. Второй шаг — помнить о доброте вашей матери. Третий шаг — это отплатить добром вашим матерям за их доброту. Когда вы признаете доброту в прошлом вашей матери, вам хочется отплатить им тем же добротой. И Геша Майкл использует пример. Мы должны развить вот это отношение как к нашей собственной матери, ко всем живым существам. Отплатить хотеть должны за доброту. Есть традиция во многих культурах, не в США, это грустно. Родители имеют ожидания, культурные ожидания, что дети будут о них заботиться. И обычно это падает на старшего сына, эта обязанность. А в малоазийской культуре, азиатской, это, может быть, не так, может быть, я ошибаюсь, конечно. Старший сын будет заботиться о родителях, когда они постареют и не могут сами себя обслуживать. Это будет старший сын. То есть это отплатить добротой. Моя мама и папа будут стареть. Я буду стараться их навещать, когда они постареют. Я буду смотреть, что им нужно, с чем помочь. Я говорю, не просто прийти и расслабляться и смотреть, как мама готовит вам и обслуживает меня, и развлекает меня. Я имею в виду приходить и говорить, как я могу помочь, что я могу сделать в саду. Что-нибудь я могу починить, может быть, что-то сломано. Что мне сделать? Это значит приходить и говорить это. Это значит отплачивать им за доброту. Это способ, которым я могу отплатить за их доброту, потому что они однажды сделали эту доброту ко мне. И вот этот способ отплатить им, один из способов — это хорошо учиться. И это было, как я им отплачивал за их доброту. И они дали мне эту возможность пойти учиться. Создали для меня условия, чтобы я мог учиться. Они меня побудили, чтобы я пошел учиться в свое время. И чтобы я не откладывал мое домашнее задание на последнюю минуту, они мне помогали. И моя цель была пойти в университет, в высшую школу, и также играть в баскетбол. Я играл в баскетбол. И был один урок французский, на котором я плохо учился. Я не понимал французский язык, если честно. И 4 года вот я изучал французский.
и мы ездили в Европу на год. И у меня была куча слайдов Европы. И мы каждый год ездили. Ой, я вообще не понимаю, почему я тут начала вам это рассказывать. Ладно, надо отплатить им добротой. Четвертое. Любовь. Желание отплатить другим. Это вот любовь, которую испытывает мать к своему ребенку. Вот эта эмоция очень сильная, невероятно сильная и мощная. Когда вот вы развили это отношение, поняли, что все существа были вашей матерью, хотите отплатить им, потом идет любовь. А почему любовь отличается от сострадания? Любовь — это давать другим счастье, а сострадание — это забирать страдания от других. Поэтому это немножко различается. Я обычно использую пример своей любимой женой. Она помогает мне избавляться от моей ужасной головной боли. И чтобы сделать ее счастливой, я хочу сделать что-то, чтобы сделать ее счастливой. И что мне нужно сделать? Показать сострадание и забрать ее страдания таким образом. И когда я это делаю, я думаю о том, что могло бы сделать ее счастливой. И вот один из способов, как я мог бы сделать ее счастливой, это дать ей мороженое. И это и меня делает счастливым. И мы вместе вечером можем поесть мороженого, и мы счастливы в этот момент. У нее, например, болит голова. Что я могу сделать? Дорогая, чтобы помочь тебе с головой, может быть, горячий компресс? Или холодный. И я поэтому убеждаю, что у нее есть то, в чем она испытывает необходимость. И часто она хочет побыть одна, и я оставляю ее одну в этот момент. Я показываю сострадание сначала, а затем любовь на втором месте. Вы должны понимать ситуацию. Потому что я сначала дам ей мороженое, но она не сможет насладиться им, потому что она еще несчастлива. Надо забрать страдания сначала, я так думаю, ее страдания. Четвертый шаг — любовь. Пятый шаг — сострадание. А что такое сострадание? Это забирать страдания других. А почему сострадание не идет перед любовью? Почему он не идет перед любовью в этом вот списке конкретно? Я не очень уверен на самом деле, но это интересно. Вы понимаете, что вы не можете дать им настоящее сострадание, если вы не сделали их счастливыми. Чтобы сделать счастливой мою жену и дать ей айскрим, мороженое. Это моя первая мысль. Четвертый шаг. А пятый шаг. Я понимаю, что я должен забрать у нее страдания, чтобы сделать ее счастливой. Есть два вида сострадания другим людям, когда мы хотим забрать у них страдания. И второе — это стать тем, кто может это сделать, когда никто другой не готов сделать. Шестое — халаксам намдак — личная ответственность. Я возьму ответственность за всех живых существ,
даже если никто другой не будет мне помогать в этом. Это очень большой шаг, важный. И о нем нужно очень осторожно, серьезно подумать. Нужно, прежде чем плавать, убедиться, что вы умеете плавать. Алмазная гора, когда это было 2001-2002, я обучал биохимиков, тренировал. Я хорошо это делал. И когда Биш Майкл разговаривал с нами в Алмазной горе, ему нужно было вот водную систему для домиков наладить. Я был волонтером. Я ничего не знал насчет того, как вообще эту водную систему налаживать, устанавливать. Но я хотел взять ответственность на себя, чтобы построить эту систему водную, для того, чтобы люди могли безопасно и комфортно там пребывать. Поэтому я взял на себя ответственность, даже понимая, что, возможно, никто мне не будет помогать в этом. Я не знал, были там инженеры какие-то вообще. Я сказал, я не знаю, как это сделать, но я собираюсь это сделать. Я сделаю это правильно, я сделаю это вовремя, по графику. Я хочу взять ответственность, чтобы сделать это для Геши Майкла и Ламы Кристи, даже если никто не будет мне помогать. Когда вам нужно вот это каждому домику наладить систему с питьевой водой чистой, это требует... Но это очень это серьезное задание. И бюджет нужен был большой. И всякие эти постановления, какие-то правила, которым надо было следовать. Если бы я не построил это правильно, то трехлетний ретрит не случился бы правильным, не прошел бы правильным образом. Поэтому это была серьезная ответственность. Я взял ее. Потому что это вот часть этого семи причинно-следственного плана шагов. Я понимал, куда я хочу дойти в своей практике. Это была невероятная возможность служить моему ламе и другим студентам, которые собирались сделать этот ретрит. Я взялся очень серьезно за это. И я вот стал этим волонтером. Я помню папу одного из моих студентов, был гидрологом в университете. Это, в общем-то, не та история, куда я хотел бы сегодня вас завести. Мне нужна была помощь. И я сделал это верно. И я не дал моему эго как бы возвыситься. Мне нужна была помощь других, и я попросил ее. И, кстати, я получил эту помощь, когда она была мне нужна. Седьмой шаг. Вы делаете это все. Вы не можете, на самом деле, помочь в этой человеческой жизни, если вы не достигнете просветления, и вы развиваете это желание достичь просветления. Так, давайте вернемся обратно к семи или к восьми шагам. Первый — видеть всех живых. Первый, извините, это равенство. Относиться равностно ко всем. Никаких любимчиков. Если вы не можете этого сделать и видеть всех людей таким образом, тогда остальные шаги не будут для вас иметь смысла. В этом и трудность внедрить это как практику в вашу жизнь и немножко вот над этим сначала поработать шагом. Далее, видеть всех людей как вашу мать, и я бы добавил, как вашего учителя, я вот так об этом думаю в шаге.
И это так работает для меня. Вы хотите отплатить им за их доброту. Извините, вы видите всех живых существ как мать, второй. Вы помните их доброту, второй шаг. А третий, вы хотите отплатить им за их доброту. Четвертый, вы хотите продемонстрировать любовь к ним, ту, которую они дают, какую мать дает ребенку. Аналогия — это та любовь, которую имеет мать к ребенку. Для меня вот этот семи причинно-следственные шаги. Хочу сказать, что это не в Писаниях, это для меня вот. Мой папа очень много на самом деле сыграл роль в моем выращивании меня. Поэтому, возможно, я бы не только как про мать говорил здесь, поэтому говорил бы отношение как к родителя видеть. Вы хотите их сделать счастливыми, вы должны понять, какое у них страдание, и вы хотите спасти их от этого страдания. Вы беспокоитесь о них. Пятая любовь, четыре любовь, пять сострадания, шесть. Делай это сам. Возьми задание, сделай его сам. Проси о помощи, но не расстраивайся, если вдруг не получишь эту помощь. Седьмой. Вы понимаете, вы должны достичь ума Будды, стать полностью просветленным, для того, чтобы действительно ваши шаги, вы могли сделать их сильными. Вот этот результат того, что вы будете делать семь причинно-следственных шагов, вы понимаете, что бодхичитта — это то, что вам нужно, и то, к чему вы стремитесь очень сильно в практику внедрить на всю оставшуюся жизнь, до того, пока не достигнете буддовости. Тантру можно достигнуть в этой жизни или в будущей жизни, в одной из будущих. Есть еще способ, как можно думать о бодхичитте. Это то, как можно думать о бодхичитте. Первое. Я хочу прийти к просветлению, потом других привести к ней. Я сделаю других, приведу к просветлению, а затем... Я сделаю это сам. И третий. Я хочу достичь просветления одновременно со всеми чувствующими, страдающими существами. Правильное отношение к бодхичитте кажется такое немножко эгоистичное. Она первая, потому что я хочу это хотеть первому, самому достичь просветление, чтобы мочь серьезно помочь другим людям. Но чтобы по-настоящему помочь другим людям, это первый. Вы не хотите ждать, пока другие. Вы хотите первым, да, сам достичь как можно скорее для себя сначала. То есть такой... интерес. Вопросы по поводу материала. Не слишком ли быстро я говорил для перевода? Я не знаю, что бы я делал, если бы вы сказали, что я слишком быстро говорю. Я бы говорил об этом очень...
Его помедленнее, не так быстро. Я не могу видеть ваши руки. Сколько людей, интересно, заинтересовано в медитации смерти? Майк? О, отлично. У тебя есть имейл, да? Ты уже... У нас разница с Москвой 9 часов. Давайте проверим, сколько. Сейчас 10:40. Десять часов. Ага, хорошо. Итак. Восемь часов, ну, примерно по вашему времени будет, ну, примерно, если я... Если я буду преподавать в субботу, это будет 10 утра. И в 5 утра, если я буду преподавать, это будет 3 дня, 3 часа. А если я буду в 10, это будет 8. Наверное, может быть, мы... Ладно, я потом об этом подумаю. Это действительно удивительный курс, как я сказал. И он очень глубокий эффект имел в моей жизни. Очень глубокий. И передо мной был Геша Майкл Лама Кристи, и это была одна из глубочайших вещей, которая случилась со мной. Хорошо. Давайте сделаем посвящение. Добрать все существа, завершить накопление заслуг и мудрости, и таким образом получить два совершенных тела, сотканных из добродетели и мудрости. By the power of the blessings of those gods, by the power of the realm of emptiness, may all the goals that I may have and all my wishes, whatever they may be, from two perfect deeds. And all... Да, это так вот сейчас перед глазами, к сожалению. Пусть заслуги моей жизни, моей практики принесут заслуги всем моим студентам без исключения. Так, это мой свободный перевод, если что. Да, Майк, касательно какой-то подготовительной практики, которую вы не упомянули. Какая-то подготовительная практика, которая идет перед вот этими семь причин и следственных шагов. Это равностное отношение, равность. А, да, да, это равность, равностное отношение. Это подготовительные шаги к медитации. Даже хотя бы маленькое количество вот этого. Вы, а вот эти подготовительные шаги к медитации, да, есть такие. Я преклоняюсь и перед моим ламой, и оставайся со мной до конца
Сарен быстро читать не успел. Но к этим подготовительным шагам на этом курсе по медитации смерти. Что я еще хотела сказать? Девятый урок на следующей неделе, в четверг. А, нет, понедельник, извините. А в четверг у нас десятый урок будет. И вот в нем будет презентация PowerPoint, там будут картинки, которые вам помогут. И попробуйте их запомнить о трех главных путях. Я дам вам раздаточные материалы до уроков, слайды. И потом во вторник, в следующий вторник, следующий понедельник, вернее, извините, мы сделаем такой обзорный повтор. Мы у вас будет экзамен, и вы знаете все вопросы, чтобы вы были готовы к экзамену. То, пожалуйста, не откладывайте финальный экзамен. Сделайте его. Я надеюсь, что вы делаете, успеваете домашние задания, контрольные. Не откладывайте ваш экзамен. Если вы хотите преподавать его, я надеюсь, что вы все хотите потом преподавать. А это один из главных целей ACI. Для этого, чтобы вы могли стать, вам нужно делать экзамены. Это моя просьба. Мы пройдемся по ответам. Еще какие-то вопросы? Хорошо, мы увидимся. Я все время продолжаю говорить вторник, но я на самом деле имею в виду понедельник. Хорошо. Спасибо за возможность учить вас, и увидимся через несколько дней. Отличных вам выходных. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you, Natal. Natalia or Natalie or anything is good. Thank you. Я могу еще кое-что тут спросить. Вы говорили про мигрантов, про горячую воду берете, кладете в контейнер, и вы ногами даете вот в этот горячий какой-то бак с водой, холодную какой-то компресс на голову, это может забрать вас мигрень, головную боль. Есть какая-то еще китайская какая-то мазь, он какую-то советует мазь намазывать. И эта мазь, вот она крови помогает от головы пойти, отлить от головы. Спасибо, Майк. А, это про мигрень говорил, да, про мигрень. Да, спасибо, Майк. Да, это интересно, то, что ты тут советуешь. Я рад помочь был, спасибо. Спасибо за совет тебе. И за то, что ты начал урок. Спасибо тебе с мандалы. И
ты будешь ее дальше говорить. Да, на следующей неделе. Желание просветления. Там есть разница между тем, вот как распевать это? Вот в записи Хадин говорит «Санге», а другой говорит, в общем, как-то по-другому. Есть вообще разница вот в том, как это петь? Правильно, прибежище. Надо говорить «Санге», а потом все присоединяются, это как такое групповое учение. Можно начать таким образом. Распевание вот этого... Я не знаю. Я не рассказывал вам историю про сутру сердца. Мы учились первый семестр в университете Diamond Mountain, Алмазной горы. Было задание делать транслитерацию. Не буду все детали вам говорить. И я сделал какой-то вопрос перед всеми. Я сказал, давайте выучим сутру сердца вместо этого. Я думал, что мы это будем делать на английском на следующем уроке. В общем, через несколько месяцев Лама Кристи, она сказала, что мы собираемся учить вот эту сутру сердца. И она смотрела на меня прямо и сказала, мы все такие, да, на английском. Она сказала, на тибетском, и смотрела прямо на меня в этот момент. Я пытаюсь вспомнить, я вообще начинал тогда учить это сутру сердца, начал ли я ее учить. Я не могу вспомнить, но... И на самом деле это было так приятно слушать и вот ее на тибетском, эту сутру. Anyway, okay. See you all. Ну ладно, увидимся, в общем. Марина, если будут какие-то проблемы, когда я буду делать PowerPoint, я просто смогу поделиться экраном, да? Отлично. Отлично. Мы сделаем на следующей неделе от сегодня. Я начну делать раньше, чтобы быть уверенным, что все работает. Ну, ладно, пока-пока.